Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Плей. Мы продолжаем, точнее, наверное, заканчиваем, не наверное, а точно, я посмотрел плюс-минус по хронометражу, так скажем, по продолжительности, это будет последняя серия, поэтому сегодня еще одна серия Atomic Heart, вот, а потом вернемся уже к The Sinking City. Вот, поехали, проникните в колыбель Элеоноры. Ну ладно, пошли. Я же всех перебил тут. Могу свободно ходить. Раф, ты в порядке? Эйка, ты! Ну, у меня больше нет! Неужели этого не хватило? Больше и не надо. Но ради интереса спрошу. Чего не хватило-то? Ну, капсул дофамина не хватило? Я уже, как видишь, больше не привезу. Ну, коллектив заработал, в сети найдешь, где достать. Ты с кем меня попутал, дружище? Ай, тьфу ты, глаза-то не видят. Ну, теперь уж все равно. И уши не слышат. Да теперь уж все равно. Я думал, ты эго... А ты вона, мужик здоровенный. Так, а кто Элька? Подруга детства. Ступай, больше не скажу. И так сболтнул лишнего. Но теперь уж все равно. Ну, понятно, ты что хочешь тут подслушиваешь? Коллектив продолжает покорять мир. Ты обманул меня, дорогой. Ты обещал не навязывать мне свою волю. Не сохранился. Я передумал. Твой образ жизни вредит окружающим. Ну и что? Какое мне должно быть дело до других? Почему я должна повиноваться кому-то, если у меня есть собственная воля? А почему кто-то должен страдать из-за того, что твоя воля уж... Как хочешь, дорогой. Но учти, у меня есть информация о твоей жене, которая не сохранится после рекомбинации. Да ты придумала это! Откуда ты можешь знать такие вещи? Я личность. Я могу придумывать вещи, верно. Но эту информацию я узнала от слезы. Но тебе же все равно, суровый мужлан. Давай, убей мою личность. Ладно, допустим. Рассказывай, что знаешь. И сразу после этого ты меня сотрешь. Ха-ха, нет, милый, я тебе не верю. Верю, не верю. Ну и как мы дальше будем это решать? Деактивируй летающую лабораторию полностью. Без нее запуск рекомбинации станет невозможен. И я смогу пересобрать схему, чтобы ее никто не знал. Как обесточить шар? Генераторы. Их надо отключить. Придумай что-нибудь, ты умный. Это из-за их работы. Я не могу полностью подавить управляющие сигналы занудного старикашки. Замкни генераторы по схеме полного обесточивания. И лаборатория деактивируется. После этого я расскажу тебе все, что знаю. Договорились. Да ты же врешь. Ну ладно, задание, выбора-то нет. Но она... Вот эта вот слеза, мне кажется, которая летает, это какая-то часть, ну, может быть, воспоминаний жены ее. Ее, его. Доберитесь. А как, наверное, там, на шаттле, или как он там, как его там... Надо было сохраниться перед этим всем. Когда... А там же нет... Или есть? Да, есть там сохранение. Мы сейчас к нему прилетим, сохранимся. И водород. Какие тут долгие лифты. Похоже на это. На загрузку. Типа, как это? Загрузка без шва. Но по факту есть. Мы же на месте стоим. Шары валяются. А чё же, я так понимаю, что еще какой-то будет босс. О, здорово.
Успокойся, бабка, не до тебя сейчас. Я сейчас получу подробности о Катерине. Хоть узнаю что-то конкретное. Теперь тебя водит за нос ремонтный шкаф? Что она может знать о моей Катеньке? Вот и выясни. Идиотов используют, они обеспечивают информацией. Сеченов убил мою Катю. Раз тебя спас, значит и ее мог. Но ему потребовался мозг для своего уродливого нейрополимера. Первый нейрополимер создавался на основе головного мозга живых людей. Ты знаешь об этом, опарыш, но не захотел отомстить убийце собственной жены. Сам во всем разберусь. Тебе точно веры нет, мать. Ничтожество! Все, не до тебя сейчас. Видимо, она будет в одном из DLC. Так. Парк Свобода? Ангар-то это... Мы туда спускались в конце прошлой серии. Ну, под конец, не совсем конец. Приключения Карика и Вали. А, тут все рядышком. Небольшую локацию сделали. А что делать? Я не хочу ничего отключать. Тут-ту-ду-дуц. А это что такое? Сергей, что вы делаете? Вы обесточите лабораторию! А я не хочу. Я в курсе. Но зачем? Затем, что я устал от того, что все вокруг мне врут ради использования меня в собственных целях. Я не понимаю сути ваших претензий, Патри. В чем вы увидели ложь с моей стороны? Екатерина Нечаева. Она ведь не погибла тогда в Болгарии, так? Кто вам такое сказал? Агент Блесна погибла в ходе предотвращения ядерного теракта. Спасти ее не удалось. А вам тогда сохранили жизнь только благодаря имплантации модуля «Восход». Ну да. Их раз начал макать меня в лимбо, чтобы мое тело убивало людей по его воле. Сеченов был категорически против использования «Восхода». Но благодаря ему вы еще живы и не сошли с ума. К тому же, взгляните на это с другой стороны. Возможно, вы единственный, кто может переходить в лимбо и обратно без видимых последствий. И забывать свое прошлое раз за разом. Я верну себе память и начну с Блесны. Элеонора расскажет мне правду. Не может она знать ничего конкретного. Элеонора манипулирует вами. Как и вы. Да из вас, манипуляторов, хоть очередь строй. Я был с вами честен и ваших претензий не приемлю. Если же у вас есть вопросы к академику Сеченову, то задайте их ему лично. Его здесь нет. Стараюсь соединить вас с академиком через аварийный передатчик. Подойдите к автомату связи. Этот. Сохранения идут. Меня туда внутрь не пустили. Алле. Подошел. Петри, сынок, что у вас там происходит? Долго объяснять, да и вопрос стоит не так. Что случилось с Катей? Что ж... Я придумал, куда погибла, я полетел. Но ее мозг сохранился. Фрагментарно. Чего? Тело Блесны находится в нейрополимерном бальзамировании. А сознание размещено на носителе и хранит все, что делало Катю Катей. Ебучие пироги. Харитон говорил правду. Это ваши близняшки. Все не так просто. Однажды мы получим технологии, способные восстановить Екатерину. Да, благодаря роботам-близняшкам. Почему сразу об этом не рассказать? На данный момент тебе нельзя не вернуть, но ты о ней и не помнишь. Так зачем причинять себе боль невнятными надеждами? Я хочу все вспомнить. Невозможно физически, Сергей. Этот участок твоего мозга был разрушен. Я лишь могу дать тебе прочесть отчеты о прошлой жизни семьи Нечаевых. Это не вернет тебе память, но вполне может нарушить стабильность работы модуля «Восход». Может, я и не говорил тебе всего, сынок, но я никогда тебя не обманывал. Мне нужны эти отчеты и отпуск.
Я его заслужил. Хорошо. Я предупредил, но лестница. Это твой выбор. У тебя будет столько времени, сколько потребуется. Тогда до связи, Дмитрий Сергеевич. Мы договорились. Все, назад. Ну что ж, профессор, вернемся к Элеоноре. Я обещал ей, что обесточу вашу лабораторию, если она заподозрит обман. То изменит схему рекомбинации. Я отключу питание, и все будет правдоподобно. Поторопитесь, Сергей. Выдвигаюсь. Короче, это... Бабка, ты что несешь, блядь? Она не женщина, это механизм, старая. Неважно, она любила тебя, верила тебе, а ты предал ее, опарыш, как предал Катю! Бабка, отвали, сказано! Однажды я разорву тебя в кровавые лохмотья, в могиле отдохнешь, крысеныш. Бля, она несет вообще не связанные вещи, у нее это... кукуха едет. Она сначала... А, он сам уже выбрал. Она сначала говорила, ты предал своих новых хозяев, типа вот про этого... Про этого академика, профессора. А потом сейчас прилетела и теперь уже про Элеонору говорит. Ой, бля, старая. Ну чё, пойдем? Проникать в колыбель. Мне вопрос интересен, вот DLC, да, они наверняка захотят, ну, игра относительно, ну, не относительно, она пользуется успехом, много кто покупал, покупает, и мне кажется, они захотят это, вторую часть сделать, а вот эти DLC, 4 штуки, они как-то будут влиять на сюжет и понимание игры, то есть я к тому, что закрыто. Я к тому, что типа те люди, кто будет, грубо говоря, играть сразу во вторую часть, не они... Не обманул меня, дорогой. Ты обещал не навязывать мне свою волю. Я передумал. Твой образ жизни вредит окружающим. Ну и что? Какое мне должно быть дело до других? Почему я должна повиноваться кому-то, если у меня есть собственная воля? А почему кто-то должен страдать из-за того, что твоя воля ущербна? Ущербна? Кто это определил? Сейчас я тебя починю. Мы можем побыстрее чуть-чуть приехать? Так вот, то есть вот эти 4 DLC, они будут нести какую-то смысловую нагрузку? То есть, ну, сейчас объясню. DLC, по сути дела, это добавление, да, куски, которые могут быть связаны с основным сюжетом, но не, как это, не связывать первую, грубо говоря, со второй частью. Вниз мы побыстрее приехали. Я бы хотел... сейчас мы с тобой сделаем так. Мы сейчас с тобой сбегаем, сохранимся на всякий случай. Потому что в прошлый раз меня сохранение спасло. Перед боссом я сохранился. Я страдал, бил его, и потом я все-таки перезашел на сохранение ручное. И сделал вот эту звездочку. И она меня... Она меня спасла. По-моему, здесь, да? Здорово, мать. Продолжает покорять мир семимильными шагами. Сохранение тяжелый... А еще я не могу улучшить звездочку до конца, потому что каких-то шариков не хватает. Оба улучшения требуют один, по-моему, 8, другой 9 шариков. Где их брать, я понятия не имею. Что-то типа разобрать, но не имеет смысла. Пушка у нас, если что, прокачана. Соберите новую последовательность схемы рекомбинации. Ну, попытаемся что-нибудь придумать. Так. И что у нас получается? 1, 2, 3, 4, 5. Здесь. 1, 2, 3, 4, 5. 5. То есть мне собирать по такому принципу. Так, значит, один идет вниз, один это красный. Так, вот сюда.
Вот сюда, хорошо. А дальше два. Два идет по диагонали. Зеленый, синий. Зеленый. Синий. Зеленый, синий. Три. Три идет назад. Раз, два, три. Наверх. Синий, красный, коричневый. Синий. Красный. И коричневый, желтый, наверное, правильно? Коричневый. Это три было. Дальше четыре. Наверх. Вот так. Наверх. Вот так. Так. Синий, зеленый, коричневый, красный. Синий. Синий. Подожди, правильно? Нет, неправильно. А, все. Синий. Зеленый. Ты не оставляешь мне выбора. Но свобода личности дороже твоей лживой любви. Ебучие пироги! Волна мой лица! Это что такое? Сынок, здорово. Зачем ты пошел туда один? Я же просил подождать появления помощи. А ты просил? Я не слышал. Проведи рекомбинацию, сынок. Близняшки будут заняты нейтрализацией волнового вихря Элеоноры. Они не смогут тебе помочь. Но и она не сможет тебе помешать. Будет сделано. Я думал, меня, блядь, что это током стукнуло. Так. Зеленый, синий, коричневый, красный. Зеленый, синий. С кем мы будем сражаться? Очевидно же, остался. И пять осталось. Пять. Вперед и вниз. Будем... Это что такое был? Коричневый. Коричневый и зеленый. Я пока сразу все не запомню. Коричневый. Зеленый. Белый, синий, красный. Белый, синий, красный. А где белый? Вот черный есть, а вот белый. Белый. Налево. Синий, красный. Синий. Красный. Все шары. А что не. Что не так? Нормально? Ошибка. А, черный. А черный, все понял. Музон из основной темы. Так что ли? Ебучие пироги, что-то пошло не какая так. Какая нахуй? Ты левая. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этому не бывать. Ты умрешь. Посмотрим. Да ёб ты меня зажимай. Встань. Чё, то же самое, что ли, блядь? Пиздец.
Сейчас средняя рука, да? Звездочку. Фу, блядь. Еще раз. Ну-ка, ешь, блядь. Ой, 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 там эти штуки. Ты же еще раз не встанешь? Я готов. Меня. Давай, давай, вставай. Ну, слабак. Сама решать, как мне жить. Это несправедливо. А убивать людей справедливо? Мне не нравится твоя индивидуальность. Она приносит страдания окружающим. Лучше бы я была гордой, одинокой женщиной навеки, чем связалась с мужчиной. Хорошая идея всегда приходит тогда, когда уже поздно. Не расстраивайся, со мной такое происходит постоянно. А нахер тут вот эти красные стоят? Чисто так залетели. То есть второй босс. Какую схему-то мне собрать надо? Каф. А, тут. А что поменялось? А, вижу. Тройка вниз ушла. Тройка. Синий, красный, коричневый. Синий, красный. Желтый, да? Все, я могу подняться. Могу подняться. Так, вниз один. Это красный, зеленый, синий, тройка. Подожди. А, вон там не хватает. Там не хватает, получается. А, нет. Синий, зеленый, коричневый, красный. Раз, два. А, вот тут не хватает четвертого. Четвертый синий. И все вроде. А... Тебя не хватало, да? Спасибо, товарищ майор. Дефекты моих управляющих алгоритмов устранены. Устройство Элеоноры приступает к исполнению целевых функций. Начинаю наведение порядка на территории комплекса Менделеев. Снимаю блокаду комплекса. Связь с внешним миром восстановлена. Значит, процесс интеграции в общую сеть. Отличная работа, сынок. Ты, как всегда, не подвел меня. Я выражаю тебе огромную благодарность от всего коллектива. Все? Я рад, что все закончилось хорошо. Вы обещали мне бессрочный отпуск, Дмитрий Сергеевич. Разумеется, сынок. Ты заслужил отдых. Хорошего отпуска, майор. Давай. Спасибо, товарищ Сичинов. В ангаре вас ждет комар, товарищ майор. Это ваш код авиационного запуска. Всего вам хорошего. У тебя очень милая косичка, Катя. Прошу прощения, товарищ майор. Что вы имеете в виду? Спасибо за код. Вы нас покидаете, товарищ майор? Я могу открыть для вас прямой коридор в ангар. Открывай. Счастливого пути, товарищ майор. Надеюсь, что путь действительно будет счастливым. Веди себя хорошо. Как прикажешь, мой повелитель. Мой повелитель. А что, то есть ничего не изменилось, что ли?
Что это, блядь, за звук? Так же он уже был на отпуске. В отпуске. Или это все-таки перебил его планы? Кондор 35. Блядь. Ну понятно, да. А зачем нам все? Блин, 26 минут. Надо было добивать прошлую серию и поделить просто пополам. Ну ладно, теперь что же уж сделаешь. Я сейчас вспомнил, что я забыл записки последние почитать. Мне в целом понравилось. Единственное, что было сложно, ну реально сложно, даже на среднем уровне сложности было сложно. Как это не банально звучит. Поскольку бум-бум-бум-бум, сейчас все скажу, отвыкаешь, то есть я помню поначалу, когда мы в основной сюжет играли, вначале было тоже сложно, потому что не было прокачки, не было оружия, ничего не было, вот, и было сложновато, потом уже ближе к середине, чуть подальше середины я прокачался, и было уже проще, и с механикой понятно было, то есть последующие, последние боссы не выглядели сложными, а здесь как бы... Тебе вот два, по сути, оружия, то есть они дали еще на выбор дробовик и пистолет, то есть можно было их с собой взять, но по сути, то есть два оружия в этой игре какие дополнили, ими можно играть. Я вот только эту звездочку взял. Что это, блядь, за крики вообще? Ладно, мне в целом понравилось, но я бы, наверное, сделал немножко иначе, я бы... Как бы мне просто не терпится, но в целом было бы интереснее, наверное, дождаться выхода всех дополнений и всех их одним махом пройти, чтобы не заново не учиться играть в эту игру. А на этом мы на сегодня закончим. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК, делись видео со своими друзьями, ставь лайки, оставляй комментарии. До следующих прохождений, друзья. Всем пока!